Ну а кузницей руководителей будущего вполне может стать площадка, на которой разыгрывают кубок по менеджменту «Управляй». В Санкт-Петербурге сейчас полуфинал. Конкурс проводится в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Задача конкурса – выявить талантливых студентов, обладающих управленческими навыками, создать им условия для карьерного роста. За выход в финал поборются более 100 человек из 15 вузов Северо-Западного федерального округа. Мы считаем этот конкурс, грубо говоря, младшим братом лидеров России. Основная цель – выявить ребят с наиболее ярко выраженными лидерскими компетенциями, дать им наставников, помочь им перейти на следующую ступень образования, получить образовательный грант и, соответственно, пойти по пути управленца. Наша аудитория – это все, кто в возрасте 18-25 лет интересуется управлением. Это могут быть студенты и выпускники колледжей. Конечно же, основная аудитория – это старшекурсники высших учебных заведений. Но, тем не менее, даже если вы учитесь на инженерном профиле, но и управление для вас – интересная сфера, в которой вы хотели бы развиваться, вы можете в Кубке «Управляй» это попробовать. Заключительный этап пройдет в начале мая в Москве. Победители получат гранты на обучение в одном из вузов России и возможность пройти стажировку за рубежом.